Всем привет! В этом видео мы продолжаем делать маску траппера. Ссылку на первую часть я оставлю в описании. Для начала делаем разделительный слой с помощью пищевой пленки. В качестве бумаги для папье-маше я использую бумажные полотенца и туалетную бумагу. Чередуя их, наношу 8 слоев с лицевой стороны и 12 слоев с внутренней, чтобы укрепить нашу маску. Но также маску можно укрепить массой папье-маше или же эпоксидной смолой. Это будет гораздо прочнее. Обрезаю лишние участки для того, чтобы легче было снять маску с формы. Наносим шпатлевку по дереву. Обычно требуется около 3 слоев. Для шлифовки использую наждачку разной степени зернистости и надфиль. С помощью гравера вырезаю трещины и царапины. В качестве завершающего этапа нам осталось приделать зубы. Зубы я изготовил из полимерной глины, после чего приклеил их клеевым пистолетом. На этом все. Если не хочешь пропустить новые видео, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк этому ролику. До скорых встреч. Пока!